Всем привет, с вами Игорь Еремин, и вы смотрите проект Rap News, подборку самых горячих рэп-новостей в категории русский рэп за последнее время. Сегодня в выпуске Steam представил сингл с грядущего EP, обладает, возвращается с качественным клипом. LJ снова читает о своей бывшей жене Насте Ивлеевой, ЛСП критикует за новый фит, а Джубили кардинально изменил свой стиль. Об этом и многом другом вы узнаете в сегодняшнем ролике. А чтобы не пропустить новые видео и быть первыми в курсе всех рэп-новостей, подпишитесь на канал и поддержите этот ролик лайком, будем благодарны. А те, кто хочет поддержать нас не только лайком, то в описании под видео будет ссылка. В условиях отключения монетизации будем рады любой помощи. Ну что ж, самое время начинать, устраивайтесь поудобнее и приятного вам просмотра, друзья. Дорогие подписчики Rap News, хотите стильно одеваться и при этом не переплачивать? Тогда рекомендуем вам годный магазин кроссовок и одежды Hustle.rf. У Hustle в наличии более 3000 кроссовок. Редкие эксклюзивные модели, которые вы не увидите в обычных магазинчиках, а материалы качества не уступают оригиналу. На сайте только реальные отзывы покупателей, которые можно проверить. Да, и мы сами лично все проверяли и ручаемся за этот магазин. Самое главное, у Hustle есть бесплатная доставка и оплата при получении. Если вам товар не подошел, его можно вернуть. А для наших подписчиков действует промокод RAPNEWS, дающий скидку аж 30%. Не переплачивайте в других магазинах и покупайте стильные вещи и кроссовки на Hustle.rf по доступным ценам. Переходите и убедитесь сами. Ссылка в описании под видео. Не забудьте, промокод поможет сэкономить. Steam может делать качественные треки, несмотря на нестандартные сэмплы. И новая работа не исключение. Bella Ciao — новая композиция, которая является за главным треком к одноименному предстоящему EP. Трек был записан специально для сериала «Детективное агентство Мухича», который является спин-оффом «Полицейского с Рублевки». В новом сериале Steam традиционно сыграет роль самого себя. Там, где одному вилы постракуют свои, и мы бок о бок до конца посреди бури стоим. Молчать было бы куда проще, но это не тот случай, хотя повсеместно нас закрытым рот держать учат. Обладает после долгого затишья представил новый трек под названием «Мутант». Помимо трека он выпустил качественный и динамичный клип на эту композицию. В нем он выступил в качестве охотников за привидениями. Выглядит, как всегда, все очень стильно. Это стоило ожиданий и долгого затишья. NFT щит на игроках, мы гэнг, горилла и панк. Пью эликсир зеленый, во мне кислота, мутант, плеерс клаб. LJ впервые за долгое время представляет новую композицию под названием Made in Italy. На обложке предстал тот самый Урус, на котором Леха попал в ДТП на дорогах Дубая совсем недавно. Сама песня посвящена теме отношений, где LJ рассказывает о своих чувствах к бывшей жене Насте Ивлеевой, которая, к слову, сейчас будет участвовать в шоу с поиском нового жениха. По огромной Москве вижу тебя везде. Ты не такая, как все. Я тебе не пиздел. Рома Суровый и белорусский рэп на связи. Батловый стиль исполнителя легко можно узнать с первых же строк. «Залетел» — композиция, представленная на первый раунд второго сезона песенного батла про песни, которым занимается Александр Петров. Это, если что, аналог «Семнашки», но с более коммерческим подходом. Твоя сука узнала, что Суровый индоклаб. Залетел на двойку, как на благ. У меня в кармане банкомат, ты представил? Задницы горят, как акимат в Казахстане. Очень ожидаемый совместный трек от Федука и Аники уже в сети. «Зонт» — именно так называется новый, можно сказать, хит от двух артистов. Мелодичное звучание и легкость в припеве — это то, что наверняка подкупит слушателя. Вряд ли тебе поможет зонт, все мы тут промокнем, подождем. Вряд ли тебе поможет зонт, нет, тебе не поможет он. Рэпер «Сквозь Баб» и Lil Glock 420 представили клип с приятной картинкой, накачающий своими строчками трек «Big Stacks». Главную роль в видео сыграла Маш Милаш, а на подтанцовке ее женская крю из «Милаш Хаб». Помимо множества девушек в кадре, в клипе присутствует большое количество красивейшей графики переходов. Занял у малышки бабок, но вернул секс. Oh,
письма от горячих мам от Нюсы Бамама. Альбом Доры ждало множество поклонников поп-музыки, но нас больше всего интересует фит с ЛСП. Композиция «Нет тебя» уже вызвала различные эмоции у слушателей, от негативных из-за очередного фита с попсовиком до положительных за мощный припев и приятный куплет от Олега. А как вам постоянные эксперименты ЛСП и фиты с Дорой или Адушкиной? Любишь так сильно, не знаешь, что делать, а я подонок прямо в душу наплевал. Мы давно вам обещали рассказывать об интересных рэперах, достойных внимания и попадания в личный плейлист. Рубрика талантов снова у нас в роликах и теперь на постоянку. Будем отбирать и искать что-то интересное специально для вас. Сегодняшний артист — Навел с города Новосибирск из творческого объединения ZTG Music. Его новый трек «Uber» с грядущего альбома «Luxury from Ghetto», на котором можно услышать агрессивный рэп, полюбившийся многим нашим подписчикам, сам релиз запланирован на июль. Однако сегодня можно оценить один из грядущего альбома. Команда минирована, банк, сука, заминировала, бол, забирай банк. Чё? Бич, показала уши, там, бич, с велкам, делуюсь, бич, с велдам, цепанул на балую. Я ебую, бро, нахуй, что-то сразу тут, это ну ю. Вчера я был ниже паркета, лавы кричали мне, бро, велкам. Сегодня я выше кометы, больше меня нету, где мелка. Я лезу ниже, ты говоришь, убери, но я беру тебя в убери, бич. Рэперы всегда читают об актуальном, и в очередной раз это доказывает казахский рэпер Инда Блэк, которого активно продвигает Скриптонит. В новом треке он зачитал про блокчейн, ведь сейчас у всех на слуху криптовалюта. Деньги на цепи блокчейн, девки на Гого Шанель, модели хит на бэкстейдж, и все, что ждет успех. Получивший признание и большую поддержку на семнашке, рэпер Линджи продолжает оправдывать свой статус открытия года от нашей редакции. Не снижая планки уровня треков, такую же высокую планку он держит и в клипах. «Проклятый дом» — клип, который придется по душе любителям нестандартных работ, которые можно переслушивать и пересматривать несколько раз. Давно не было слышно ничего нового от Хоруса. Сегодня он представил совместную работу с Шароном и Cold Cloud'ом под названием «Один на льдине». Данный сингл войдет в совместный альбом Хоруса и Шарона «Ау Фидер Зейн», который выйдет уже 10 июня. И вообще не в трендах, ведь тренд мой на одиночество. Ведь всегда я делаю только лишь то, что хочется. Дипломатию на ноль, правду матку сразу в лоб. Если глупость главный грех, то пиздец какой ты лоб. На душе легко, никого не. Я так далеко уплываю вдаль от тебя, от тебя. Вторым же синглом с данного релиза является трек «Балкон», на котором помимо Хоруса и Шарона присутствует «Рип-бит», уже ставший классикой игры слов, текст и мрачные биты. Судя по всему, весь альбом будет в подобном стиле. Интеграция дождя, волопец и полей. Мастурбация извилина, количество нулей. Коротая на балконе вечер, я крутил в уме эти бизнес-планы, что реальность навязала мне. А вот Катит представил новый альбом под названием «Джаггернаут», в котором из 10 разношерстных треков присутствует и интересный фит с Хорусом, опять же. Композиция называется «Вернуться в грязь». Множество отсылок и качественный бит со стороны исполнителей привлекает особое внимание к работе. Возможно, ты ударишь грязь, растянувшись по-царски. Наша горстка — это все, кто остались. Сюда солдаты слетались с криком на пиршество стали. Некогда уважаемый батловый рэпер и пример оригинального стиля и отличного флоу Джубили изменил кардинально свой подход к творчеству. Тех, кого раньше унижал, к ним и подался. Теперь это модное автотюновое звучание и попытка залететь в чарты в надежде заработать. Это далеко не true, и новый трек «Волшебство» тому подтверждение. Только глянь, какой ты пусть бой. Сладкий мальчик, ладно, хуй с тобой. Я игнорю всех малых, сорян. Ведь и день и ночь, и пусть игрой. Я держу тебя крепче, чем костер и дольше колес. Скажи, веришь ли ты в волшебство? Illumate продолжает экспериментировать собственным звучанием, и каждый раз ему это удается по-своему. На обложке человек укутан в шарф от Louis Vuitton на фоне мрачной стены. Какую же атмосферу стоит ожидать? Именно такую, какая на обложке. Трек «Арифметика», помимо мрачного вайба, пропитан интересными панчлайнами и таким же текстом. Твой рэп не салочки, меня не трогает. Со мной бабочка, она не в коконе. Так течет, что будет завод. Так течет, что могу плавать. Лёша GS, вы знаете по участию
участию во многих популярных проектах и участию во множестве различных батлов, а Ливона по каверу на трек «Карие глаза». Эти два исполнителя представили совместный трек «Слететь с катух» с множеством интересных отсылок и сравнений. В этом году весна окутала город снегами, проза стихами смола стекает, все не затихаем. Jesus выпустил новую композицию под названием «Энергия звезд». Это спокойная песня с пронизывающим звучанием, в которой автор постоянно обращается к вымышленному персонажу с просьбой подождать его. Я иду все полную посуду, я был счастлив уже не буду. Ган Вест остановился в творческом развитии, продолжая делать однотипные треки, похожие друг на друга, и на его основной хит «Кайфули». На этот раз его новая песня получила название «Дубай», хотя бит напоминает слушателям совсем другой трек. Ну что ж, это были все новости Рурэпа к этому часу, и наш выпуск подходит к концу. Спасибо всем за просмотр, оформляйте подписку на канал и напишите в комментариях, какой релиз вам понравился больше всего. А может быть, мы и вообще забыли про какой-то релиз, тоже напишите. Самые интересные, необычные и смешные комментарии будут вставлены в следующий ролик, поэтому дерзайте, если хотите засветиться в видео. Также вы можете подписаться на наши социальные сети, в которых вам удобнее следить за рэп-новостями. Все ссылки в описании. С вами был проект Rap News, его ведущий Игорь Еремин. Я прощаюсь с вами до скорой встречи в следующих выпусках. Пока!